Прощание с режиссером Захаровым началось с обысков. В день похорон режиссера Марка Захарова в театре «Линком», где будет проходить прощание, проводят обыски. Сотрудники МВД серьезно подошли к вопросу обеспечения безопасности. Прощание с Марком Захаровым должно начаться днем 1 октября. Ожидается, что к театру придут тысячи людей. С творчеством знаменитого режиссера знакомо подавляющее большинство россиян. В связи с этим в театре проходят обыски. Полицейские с собаками обходят каждый угол здания, чтобы обеспечить полную безопасность всех, кто придет проститься с Захаровым. Кинологи прибыли к театру «Линком» к 07:00 МСК, чтобы успеть закончить до начала траурных мероприятий, передает телепрограмма «Про». В МВД рассказали, что пытаются избежать любых возможных провокаций и экстренных ситуаций. Публикация фотографий из Инстаграм. Напомним, что прославленный режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года. Он умер в результате продолжительной болезни. Сообщалось, что причиной смерти стала пневмония. Прощание с Марком Захаровым пройдет днем 1 октября в театре «Линком». Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Повернувшийся на Запад Лукашенко плюнул на Россию. Известие об уходе Ларисы Гузеевой поразило россиян. Убитую горем дочь сняли на прощании с Захаровым. Не трогай его. Предполагаемая мать детей Лазарева попала под удар. Секс-бомба глюкоза обнажила свои прелести. И многое другое.